Молодежная команда «Стальные лисы» проводит последнюю домашнюю серию в юбилейном регулярном сезоне МХЛ. На минувшей неделе магнитогорцы одержали две победы над снежными барсами из Астаны. За драматичным противостоянием со счастливым для хозяев исходом наблюдал наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В ноябре минувшего года лисы дважды взяли верх над барсами в столице Казахстана. Но из-за бюрократической хитрости представителей астанинского клуба магнитогорцам были засчитаны технические поражения, и 4 очка незаслуженно достались проигравшим. Неудивительно, что ответные матчи были для нашей команды очень принципиальными. Стартовый период первой встречи прошел с подавляющим преимуществом хозяев, которые перебросали соперника 28, но забить так и не смогли. Более того, счет открыли гости, помог им удачный рикошет. В оставшееся время голкипер лисов Алексей Щетилин не пропустил, а его партнеров барсы умело сдерживали вплоть до 60-й минуты. Но магнитогорцы бились до конца, и за 43 секунды до сирены, которая так и не стала финальной, Никита Рожков и Павел Дорофеев помогли Юрию Платонову перевести игру в овертайм, на исходе которого хозяева поймали соперника на контратаке, и после передач Дмитрия Зайцева и Захара Захарова Константин Дубин эффектным броском установил окончательный счет 2-1. Спустя сутки лисы снова безраздельно доминировали в стартовом периоде. Они перебросали барсов 19-9 и на сей раз сами забили первыми. Классный трудовой гол записал себе в актив 16-летний дебютант МХЛ Егор Мошкин. Ассистировали ему Дмитрий Зайцев и Захар Захаров. Следующей шайбы пришлось ждать почти 30 игровых минут. Ее автором стал Павел Дорофеев, которому до этого фатально не везло. После яркой голевой комбинации хозяев у астанинцев сдали нервы. Они начали откровенно хамить, раз за разом совершая некрасивые приемы. Возможно, гости чувствовали себя в безопасности, поскольку у них четвертое меньшинство в лиге, и лисы до этого провели 5 холостых попыток за 5 периодов. Но в оставшееся время магнитогорцы реализовали 3 шанса подряд. Великолепную шайбу забросил Данил Пятин, Павел Дорофеев оформил дубль, Руслан Господынко забил после отменного паса Байраса Абдуллина. Дмитрий Зайцев оформил ассистентский хет-трик, а Юрий Платонов отметился 2 классными передачами. Итог 5-0. Последние домашние матчи в гладком сезоне лисы проведут против Алтая из Усть-Каменогорска в понедельник и вторник. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.